Та-дам! Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас мой любимый день, когда привозят первый заказ нового каталога. А сейчас действует 15-й каталог, и он действительно бомбический, не побоюсь этого слова, и у меня полная коробка подарков и заказов и новинок. Итак, начнем с самого начала. Я получила по акции две помады, заказала для себя, и две туши. По акции всего, а скажите мне, сколько всего? 499 рублей, по-моему, да, всего по акции. И помада, и тушь, да, потому что одна помада отдельно 519 рублей. Я взяла два оттенка, помада новинка, ультрафикс, стойкая, матовая, вот такой у нее футляр. Сейчас посмотрю, какую первую достала. Я взяла нюд. Ну, честно говоря, вот смотрю на него вот так, и он, мне кажется, немножко бледноватый. Но это, наверное, прям настоящий вот такой нюд-нюд, который должен быть. Я чуть попозже ее попробую. А сейчас специально не накрасила губы, потому что хочу накрасить прям терракоту. Так ждала терракоту. Я люблю все-таки... Вау! Сладенько так пахнет, легкий аромат. Я люблю такие терракотовые оттенки, чтобы губы... поживее смотрелись. Но я думаю, что нюдовый мне тоже понравится. По крайней мере, я часто хожу с нюдовыми совершенно бледными губами. Итак, тест-драйв, цвет терракота. А контур у меня легкий-легкий, из нашей коллекции, сняли с производства, как же он назывался, такой коричневатый оттенок из серии The One. Ну-ка. Слушайте, знаете, какой это цвет? Один в один похоже на серию The One 5 в 1 ультракремовая помада розовое дерево. Очень похож оттенок. У меня такая помада есть, я ей постоянно крашусь. Только здесь такое нанесение, она вот просто вот сама так скользит, смотрите. Оп, и все. Класс. А у меня той помады уже немножко осталось, я думаю, я ее все равно повторю, потому что такой цвет нужный, классный, вот на каждый день и в пир, и в мир. Можно поярче контур сделать, более такой коричневый взять карандаш, и она будет такая яркая, эффектная. Если все губы затушевать, хороший такой приятный оттенок. Но я, честно говоря, думала, что он будет более как бы выражену, такой более осенний и яркий, но я довольна. А вот это, наверное, вообще у меня губы будут бледные-бледные. Но все равно я хотела, я люблю матовые помады, я люблю, чтобы они были такие вот приятные на губах. И мне уже присылали помаду на обзор, красный оттенок, я в восторге. Вот это реально тот самый продукт, который радует и по дизайну, то есть приятный дизайн, и нанесение, и аромат, то, что он не напрягает, он есть, но вот я его уже не чувствую. Надо дать помаде 10 минут, чтобы она зафиксировалась, не облизывать, ничего не делать, то есть она сейчас устоится, из нее влага выветрится, потому что ее наносишь, она прям влажная, влага уйдет вся, испарится, и уже будет просто матовый финиш на 8 часов. Вот это идеальный вариант, особенно я все время разговариваю очень много, поэтому мне этот вариант очень-очень подходит. Так, здесь у нас еще что-то интересное. Так, показываю. А это под заказ, те же самые оттенки заказала подруга, мы с ней вот любим одинаковые цвета, то есть наборы одинаковые. Как видите, нет тональной основы, хотя выгоднее брать с тоном, но она у меня пользуется только тонами Giordani Gold, а у меня столько тональных основ, и в запас я тоже брать не хочу, потому что у меня штуки 3 или 4 новенькие стоят. Ну, я не люблю так слишком много набирать всего, опять же, зачем это нужно. Сейчас посмотрим, что там. Это тоже новинка, помадка для бровей. Девочки, мальчики, кто меня смотрит, смотрите, две брови, они у меня совершенно разные, потому что я уже попробовала помадку, я ее сравнивала с нашим предыдущим средством для коррекции бровей, тени для бровей, если вы брали такие вот три в одном, то есть там воск и два оттенка теней. Здесь у меня помадка, здесь тени.
мне безумно понравилось. Смотрите, во-первых, удобная кисть, она такая тонкая и упругая, что ей можно будет красить стрелки. Классно. Потом сама помадка удобненькая, то есть два в одном, вот в колпачке кисточка и сама помадка, нереально удобно. Я почему-то боялась, что на кисть будет много набираться и придется вот все это размазывать, снимать, и что меня это будет раздражать. Нет, на самом деле, вы же знаете, я люблю быстро краситься, и чтобы все продукты были удобные, и занимала это максимум 10-15 минут весь макияж. Так вот, это намного быстрее, чем сухими тенями. Намного быстрее. Сами посмотрите потом мой обзор. Миша все записал, надеюсь, видео получится, потому что там какие-то проблемы с флешкой случились. Вот у нас такой прям нервный день, весь день ждала, чтобы посмотреть с вами заказ, потому что я достала только помадку, говорю, все, пошли. А на самом деле я еще очень-очень-очень ждала в этом заказе новый аромат Love Potion Midnight Wish. Такое название интересно. Я заметила, что какие-то названия стали придумывать, ну какие-то вот необычные. Открываем. Это я себе, и у меня даже капли сомнений не было, что я хочу заказать этот аромат. Забыла крем взять, чтобы вам его показать, но я думаю, вы уже видели обзор. Выкидываем. Такая большая коробка. И знаете, что самое смешное? Открываешь, а здесь такая вот пика торчит. Кстати, как подарочный вариант, смотрите, как красиво. Оп, достали. И вот это сексуальная капля. Сейчас закрою коробочку. Сексуальная красивая капля. На ней что-то изображено? Нет, кстати, никаких тут нету ничего изображений. Только на колпачке вкрапления такие вот блестюшек серебряных. Очень хочу попробовать. Ой, даже через колпачок пахнет. С первого нажатия. Я когда крем открыла, у меня такая же реакция была, у меня сразу слюни потекли. И я прям перенеслась в дорогую кофейню с шикарными шоколадными пирожными, с пралине. Очень довольна, очень, ни капельки не жалею. И еще буду отправлять завтра заказ, уже набрала. Еще одну закажу по такой акции, потому что я думаю, что это будет моя любимая вода. Ой, как мне нравится. Тем более, что она с высокой концентрацией, очень стойкая. А я люблю такие ароматы. Пусть будет. Вот, красиво, не могу прям. Кто заказал такой аромат, тоже напишите. Так, здесь у меня капсулы «Королевский бархат». Одни под заказ, одни себе. Кстати, заказ немножечко пришлось менять. Если кто-то смотрел, как я набивала заказ, я его сразу не отправила, потому что не было некоторых продуктов, вот, которые как официальному обозревателю должны были добавить. И я решила отложить. А потом появились витамины. И я, естественно, добавила витамины, две пачки женских. Одни у меня для нас, одни мне нужно отдать клиентке. Это ее четвертая подарочная коробочка. Вот. А кстати, не сказала, что у меня заказ здесь на 273 балла. Представляете? 273 балла. Вот две пачки витаминок. Вот сейчас не экономьте на витаминах. Вы знаете, может подождать новый аромат, может подождать новая помадка или помада для бровей и для губ. А вот витамины ждать не могут, потому что иммунитет надо поддерживать сейчас. Потому что такая ситуация сейчас, да, вы все о ней знаете. Так, это тоже под заказ аромат Flamboyant. По-моему, его снимают с производства. Посмотрите внимательно, если вы его любите, потому что я, мне кажется, его снимают. Я где-то его увидела в распечатке. И это у меня заказала клиентка, все время берет мужа, и когда я сказала... По-моему, его снимают с производства. Я не уверена, но кажется, да. Она такая, что? Заказывай. Вот. Многие любят этот аромат, жалко, что его уберут. Так, это я вам в конце покажу. Крем для рук, это тоже под заказ. Это заказала клиентка. Блеск для губ. Очень люблю этот блеск. Кстати, часто им пользуюсь. Ощущение. Сижу и думаю, что губы не накрасила. Я забыла, что я губы накрасила, все, она пропала совсем, ее не чувствую. Губы никак не сковываются в разговоре, вы видите, я спокойно говорю, то есть мне комфортно, мягко, не сушит. И если кому-то будет сушить эта помада, я не удивлюсь, такое может быть.
пользуйтесь вниз или праймером, или сначала бальзамочком нанесите вот на под помаду, походите немножечко с ним, промокните, а потом сверху помаду. Вот, вернусь к блеску. Это блеск серии The One, мой самый любимый глянцевый беж, по-моему, называется. Какой он классный, вот просто я его обожаю. Как и этот крем, кстати, для рук. У меня его клиентка берет уже не первый раз с алоэ, она говорит, я им все мажу, и руки, и все там, даже лицо. Так, я что-то вот достала, пока не показываю вам, потому что ищу продолжение коллекции. Со скидкой 50% я взяла себе дневной крем Ultimate Lift Novage. Буду теперь серию использовать. Я взяла до этого ночной крем, сыворотку. Крем для глаз уже пришлось достать, коллаген закончился, и дневной. И вот сейчас у меня будут заканчиваться и коллаген, и я как раз перейду на Ultimate Lift, потому что эта серия круто подтягивает контур. То есть если у вас есть проблемы, что вот начинает провисать овал лица, да, как-то вот, ну, земное притяжение тянет вниз, то вам нужна вот эта серия Ultimate Lift, хотя бы курс ее сделать, потому что за 3 месяца ее как раз хватает на 3-4 месяца. У вас за это время как раз вот клетки получат все необходимое и начнут работать правильно, и подтянется контур. Я уже делаю, и результат очень видный, очень прям. Так, что здесь еще? Подарки. У меня здесь, знаете, целая куча подарков. Вот я до них дошла. Все, теперь поняла, что за что отвечает. Если вы участвуете в акции и приглашаете людей в команду, и ваши новички делают заказы на 50 баллов, то вы за это получаете какой-то из наборов. То есть вы лично 50, ваш новичок 50, и каждые там несколько дней проходит розыгрыш наборов. И я выиграла, смотрите, какие наборы. 2 набора с аромат и помада, аромат Giordani Gold Essence Sensuale, и помада какой-то персиковый оттенок. Вот 2 набора таких. Один набор включается тональную основу Giordani Gold. Кстати, я не люблю эту тональную основу, мне она не понравилась. Она матовая, она с эффектом пудры, но она у меня как-то вот забивается в порах, и мне не нравится, как она лежит. Хотя очень хочется, чтобы была такая идеальная помада. Здесь мой любимый продукт для макияжа. У меня даже сегодня, опять же, с этим продуктом сделан макияж. Покажу вам, вот не поленюсь, открою. Это тот самый розовый, ой, как я его люблю, розовое золото румяна Giordani Gold. Это стик, но я им мажу как базу под макияж, и поэтому вы сейчас смотрите, и вы не понимаете, почему у меня так сияют веки, а все из-за того, что сухие тени лежат сверху вот этой прелести. Я ее всем рекомендую, но он у меня есть, этот стик, и я думаю, еще хватит надолго, поэтому если будут желающие, конечно, я продам, может быть, кому-то подарю или в розыгрыше разыграю, ну если нет, будет лежать себе. И еще одна помада тоже Giordani Gold, вот такой набор. Представьте, меня завалили подарками, и там лежат еще 2 набора уже в корзине, пока еще не отправляла заказ. Вот, вот сюда поставлю, у меня прям много в этот раз. Так, взяла 2,5 новинки мыло, серия Аметист, как же правильно называется, даже не скажу, ладно, хорошо, с аметистом мыло, мыло в коробочке. Сейчас попробую открыть, чтобы не повредить коробку. Так, посмотрим, что внутри. Как красиво, как красиво, посмотрите, так не пахнет вот прям сильно, что обычно медовое, когда мыло достаешь из коробки, то сразу аромат, здесь такого нет. Гель для душа, такой пузатенький, 250 миллилитров, густой, красивый, в нем блески, я прям вижу, он весь такой перламутровый, потрясающий сиренево-фиолетовый оттенок. А это спрей для лица и тела, тоже с блестками, его надо хорошо-хорошо взбултыхать. И вот здесь мы сейчас с вами попробуем аромат. Я нанесу на руку себе, а его можно носить на тело и на волосы, и он будет и пахнуть приятно. Ой, как легко брызнулся. Ой, какой нежный запах. А куда я брызгала вот этот аромат, на рукав? Короче, я все перепутала. У меня сейчас смешались 2 аромата. Мне нужно теперь сюда брызнуть.
Ага, да, вот тут он перекликается с Love Potion, а здесь, вы знаете, сладенький, сладенький, такой нежненький, ненавязчивый. Теперь по поводу блесток. Я не вижу какого-то безумного сияния. Знаете, на что похоже? Как будто вот у меня перелив на коже, то есть я вижу маленькие мелкие блестки. Кстати, я бы хотела даже больше блесток. Я люблю, когда блестки, уж если блестеть, то блестеть, да, вот как хайлайтер. То есть легкие, да, есть блестки. Ой, а как бы это красиво на загорелом теле смотрелось. И отлив такой вот, как раковина перламутровая, понимаете, да? Ну не сильно, я не могу сказать, что это прям вау-вау, как это видно. Нет, легкий есть. А на волосы, я даже не знаю, давайте на волосы брызну. Мне кажется, все равно видно сейчас не будет ничего на камеру. Но будет, наверное, вкусно пахнуть от волос. Я люблю всякие пшикалки для волос, чтобы они вкусненько пахли, и для тела мне нравятся всякие пшикалки. Но так как у меня еще есть прекрасная юная дочь, то у нас даже вопроса не стояло, брать этот продукт или нет. Конечно же, да. Вот, очень красиво, очень классно. А еще подумайте, что скоро Новый год, и что-то нужно будет дарить своим близким, подружкам. И хочется чего-то необычного, приятного, то, что будет сразу так: вау, а что это, да? Вот не что-то банальное, а вот именно какие-то такие вот интересные продукты, я думаю, будут пользоваться популярностью. Так, и здесь у меня еще куча новинок. Это мыло. Мыло серии Feel Good, Be Happy и как вторая серия называется? Chill Out. Да, Be Happy и Chill Out. Вот такие вот. Итак, Be Happy — это у нас апельсин, красный апельсин. Как его открыть? Ой, как я люблю новинки. Очень классное мыло. Здесь написано Be Happy и что это мыло, а здесь Feel Good. Вот так вот. Хороший кусочек. Сколько здесь грамм? Давайте посмотрим. Наверное, 75. Да, 75 грамм. Вот такой вот кусочек. Я могу и этот открыть, потому что все равно и тот, и другой себе оставлю. Ой, какой красивый цвет! Такой сиренево-васильковый какой-то, вообще просто лавандовый. Вот это какой цвет, это цвет лавандовый. Правильно, это же с лавандой мыло. Хорошо. Слушайте, сколько новых запахов, у меня аж голова кружится. А это я клиентке предложу. Она у меня очень любит мыло, придет вот на днях, я ей покажу, сразу заберет. Так, еще один подарок. Это кошелек по акции, которая уже закончилась, тоже с набором спонсорских баллов. Но у меня еще остались баллы, и я взяла кошелечек. Хотя я кошельками не пользуюсь, но я его или подарю кому-то, или продам, ну куда-то пристрою обязательно. Ой, он такой классный. Простой, черный, лаконичный, ничего лишнего. Кстати, я люблю такие вещи, но я кошельками не пользуюсь, потому что у меня карта, и я расплачиваюсь везде картой или телефоном, как мне удобно. И я с собой не таскаю никакие там карточки скидочные, у меня все сфотографировано в телефоне, и этого достаточно, в общем-то. Классно. Ну, подарок будет очень хороший. Но и это еще не все. У меня здесь целый пакет пробников. И в этом пакете у меня есть наборы. Во-первых, в 16-м каталоге нас ждут два новых аромата. И они обещают быть какими-то сногсшибательными. Где пробник? Вот он вывалился. Как здорово, что пробники приходят в таких красивых упаковках. Я заказала три набора. Смотрите, первый набор включает в себя два пробника нового аромата. Как бы его еще прочитать, как он называется, где название, сейчас найдем, подождите секундочку. Пробник крема, да, по-моему, это крем, ночной крем Ultimate Lift новинка. Один пробник какой-то помады, не знаю какой, но пробник. И каталог номер 16. Вот представьте себе, что вот весь этот набор, вот эти вот, получается, два пробника таких, два таких и каталог, 69 рублей.
классное предложение, прям спасибо компании, что дает нам возможность взять как бы такие продукты. Я вот раздарю пробники всем клиентам, вот у меня еще тут куча осталось, раздарю пробники клиентам, сама все попробую, и еще и каталог, и всего 69 рублей. Очень классно. И это еще не все. Как официальному обозревателю мне прислали 3 новинки. Все, тут пустая коробка, выкидываю. 3 новинки. Это новый аромат, к нему еще один аромат, который вы сможете в 16 каталоге, заказывая большой, получить маленький в подарок. И мне прислали помаду Giordani Gold. У нас там будут новинки, 4, по-моему, или 5 новых помад. И мне прислали кашемир. Хочу посмотреть. Ух ты, какой цвет. Я запишу прям отдельный обзор на эту помаду, поэтому сейчас не буду, да, так вот губы у меня уже накрашены. Но я могу сказать вам, что я очень рада, потому что у меня такая помада есть, но в темном варианте. Мне нравится ее качество, мне нравится, как она наносится на губы, мне нравится ее дизайн, то есть я пищу от восторга, и я обожаю такие оттенки, поэтому я очень хочу быстрее ее попробовать. А по поводу аромата сейчас посмотрим, как он правильно называется. Я не буду его сейчас распечатывать, потому что запишу отдельное видео. Или вы хотите, чтобы я его распечатала? Да? Так, найду, как он называется. All or Nothing. А второй — All or Nothing Unique Accord. То есть эти два аромата, вот так вот это выглядит все, они друг на друга наслаиваются. То есть можно использовать только один, а можно использовать оба аромата. Сначала нанести один, а потом второй. Ой, мне кажется, это будет что-то очень красивое. По крайней мере, в каталоге на картинке выглядит красиво. Сделано дорого. Мне нравится упаковка наших ароматов, в принципе. Ух ты, какой необычный дизайн. Смотрите, коробочка, и легким нажатием руки вылетает. Как это круто выглядит, мамочки, у меня аж прям, знаете, мурашки. Внутри все круто, флакон красивый, как топаз. Я смотрю, когда смотришь против света, он такой темный, когда я смотрю на свет, выглядит как топаз, просто необыкновенно красив. На крышечке тоже все написано. Ух ты, то есть крышка вот так снимается целиком. Надо, у меня просто уже столько ароматов сейчас в носу стоит, но надо понюхать, надо. Слушайте, столько знакомых ноток я сейчас чувствую. То есть ноты не новые для меня. Я их уже слышала в ароматах Oriflame. А давайте второй посмотрим. Слушайте, ну сделано, конечно, великолепно. Такой дизайн крутой. А маленький? Маленький? Он прям маленький. Ну его тоже можно будет заказать. То есть кому что понравится. Аромат, конечно, обещает быть бомбическим и стойким, и классным. Ну-ка. О, точно такой же оттенок стекла, топаз. Такой маленький, здесь, наверное, 8 миллилитров. Нет, 15. 15 миллилитров в стекле. Так, и этот хочу побрызгать тоже. Слушайте, прям праздник-праздник, одни подарки, столько всего. Ой, мне вот этот больше нравится. То есть как бы вот этот аромат, он, сейчас я вам скажу, он такой прям, его так много-много сразу. Вот этот намного легче. Жасмин. Я прям чувствую здесь жасмин. Сразу. Класс. Я похожу с этим ароматом. Я его потестирую на себе, посмотрю по стойкости. И потом мы запишем отдельный ролик, чтобы я поделюсь своим впечатлением об аромате. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе новостей, какие вышли новые ролики. Нажимайте внизу на колокольчик.
и вы получите оповещение, что у нас вышел новый ролик, и самые первые его посмотрите. Кстати, в ближайшее время также расскажу про новую коллекцию Норхен. К сожалению, мы будем смотреть только каталог, коллекцию мне не присылают на обзор. Хотелось бы, конечно, все это посмотреть вживую, но по крайней мере я посмотрю вместе с вами, расскажу, что мне нравится, и просто поделюсь впечатлениями. Благодарю вас за внимание, с вами была Лилия Донскова, я вам желаю самых классных впечатлений от продукции Oriflame, море позитива, счастья, здоровья, любви, и оставайтесь на нашем канале. Пока-пока.